Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор заказов Фаберлик по четвертому каталогу. Вот такие две огромные коробочки пришли. Сейчас будем вместе с вами все распаковывать. Много новиночек, много всего интересного. Почему-то в этот раз у меня две коробки. Не знаю почему. Сейчас посмотрим, будем по порядку с вами все вскрывать. Режу мимо. Так, ну давай, моя хорошая. Так, вот первая коробочка с чеком у нас. И вторая коробочка. Итак, поехали. Знаете, с чего хочу начать, девчонки? Хочу начать с освежителей водных. Мы с вами вначале сейчас один протестируем, потом второй. С биоосвежителей, точнее, воздуха. Это у нас Гринли. Вот так они выглядят. Как-то покомпактнее, вы знаете, в руке лежит бутылочка, нежели та. Хотя объем у них одинаковый. Просто она не кругленькая, а немножко вытянутая в ширину. Да, вот так вот узенькая. Хорошенький. Хорошенький такой флакончик. Смотрите, приятно в руке держать. Я взяла оба, потому что интересно. Так, первый натуральный акватический микс, артикул его 109.01, и сейчас мы с вами его распылим. В принципе, тут все то же самое, та же самая заглушка, он тоже у нас водный, еще написано на мягкой воде, биоформула, эфирные масла. Здесь абсолютно никакой химии нет. Здесь все ароматы, которые мы сейчас с вами будем распрыскивать, они на основе эфирных масел. Это на самом деле круто, то есть абсолютно безопасный освежитель. Надеюсь, что он хотя бы сколько-то будет держаться в воздухе. Так, погнали. Акватический. Классный. Он не так, как морской бриз, пахнет. Классный, пахнет здорово. Пахнет вкусно, пахнет порошком стиральным. Такой, знаете, альпийская свежесть, горные луга. Освежающий такой аромат, вкусный. Мне нравится. Пока он витает в воздухе. Ну, если он, конечно, меньше минут витает, это вообще капец. Еще у меня тут, девчонки, пока аромат витает в воздухе, такой казус случился. Мне интересно даже посмотреть. Первый раз у меня такой. Я заказала еще мочалки. У меня их попросила заказать соседка. И пришло смс, что их нет. Три мочалки. Есть они, интересно, в чеке или нет. По-моему, мне сразу на объемную скидку деньги вернули. Нету. Их даже в чеке нету. Да, наверное, денежки сразу, значит, вернули. Даже в чеке нет мочалочек. Ну что, пока аромат витает, он очень легкий, я его пока чувствую. Посмотрим сейчас спустя время и потом распшикаем второй, чтобы не перебивать. Дальше тут сверху в коробочке подарок, это коктейль. Ой, с этими подарками что-то намучились, и вообще, сейчас вот буквально села снимать видео, да, и девочка из моей структуры пишет, что не добавляется. Я зашла к ней в личный кабинет, и у нее действительно нет этого коктейля, хотя в прошлом каталоге она абсолютно точно выполнила заказ на 50 баллов и больше даже, и оплатила его вовремя. Но в персональных акциях этой графы нет. Вообще, эти подарки... персональные акции, дальше пункт специальные предложения, и там будет прописано там питание или что-то такое wellness, да? У кого-то упал автоматический суп, и невозможно от него отказаться. Тоже зашла в личный кабинет, девочки помогла, убрали с ней суп, она хотела коктейль. Кое-как, с горем пополам. Какая-то не очень доработанная акция, сейчас вот в службу поддержки написала, почему у моего консультанта так вот вышло, да? Не добавляется ни автоматически, ни нет, и нет пункта в специальных акциях. Не знаю, что ответить, посмотрим. У меня добавился, я, как всегда, в первый день действия каталога, с утреца пораньше делаю заказ, да? И я выбрала на этот раз шоколадный. Шоколадный еще не пробовала, пробовала клубничный, ванильный, по-моему. Посмотрим. Коктейли с классным составом. Что здесь говорить, девчонки? За 1 рубль такой коктейль получить, это вообще шикардос. Мерная ложечка здесь у нас внутри. Сейчас я распечатаю. Мне кажется, шоколадненький будет вкусненько. Ой, пылит. Можно на кефирчике их делать, можно выпечку добавлять. Можно блины делать. Что угодно. Ой, ну это шоколадный, это какао. Замешивать, если с горячим молоком, будет несколько... Ложка тут вся вот в таком вот виде. Плохо, что, конечно, она валяется прямо так в коктейле. Лучше бы какой-нибудь для нее хотя бы пакетик, что ли, придумали. Здесь классный состав. Здесь очень много минералов, очень много витаминов. Энергетическая ценность 98 калорий. В общем, супер. Нет сахара, нет глютена, нет ГМО. Здесь зип такой замочек. Мы обратно вот так вот все защелкиваем, чтобы у нас коктейль не отсырел. У меня есть шейкер. Я его заказывала уже давно. Когда суп с коктейлем брала себе первый раз. Поэтому буду делать, буду пить. Состав классный,
Все замечательно. Белки, жиры, углеводы, коллаген, биотин, витамины, минералы, пищевые волокна, пребиотик. Эти коктейли не помогут и супы вам похудеть, если просто вот просто, да, не получится ничего. Много вопросов по этому поводу уже было. Если вы замените ужин приемом вот этого коктейля, да, и больше ничего кушать до сна не будете, конечно, вес будет уходить. А если вы просто как перекус между приемами пищи, не бывает чудес. Нет здесь какого-то такого чудодейственного компонента, который будет расщеплять ваши жиры, а вы будете кушать дальше, как вам хочется. Нет. Поэтому это просто вот, когда сидишь на правильном питании, и тебе лень готовить, там отдельно семье, отдельно для себя там какие-то блюда, да, полезные, правильные, диетические, скажем так. Вот это вот хорошее подспорье. Супчик и коктейльчики. Это на самом деле очень здорово. И питание, и ассортименты вкуса расширяются. Это тоже круто. Кстати, новые коктейли с новыми вкусами по вот этой акции в подарок за 1 рубль нельзя было выбрать, к сожалению. Но я и шоколад не пробовала. Шоколаду как бы рада. Так, поехали дальше. Я пока еще чувствую акватический спрей. Я спрашивала у вас, девчонки, и вы мне многие хвалили био-пятновыводитель Гринли. Сейчас на него хорошая акция очень в 4-м каталоге. Он так никогда не стоил, я думаю, больше не будет стоить. Поэтому, кому он нравится, надо брать в запас. Я его не пробовала ни разу, но могу сказать, что классический рассыпчатый пятновыводитель Фаберлик мне нравится. Я добавляла его, когда какие-то сложные пятна были, загрязнения. Жидкий мне не нравится, спрей не нравится, карандаш еще нравится. Вот хочу теперь попробовать вот это, потому что... В прошлом заказе я брала жидкое средство для стирки Гринли, мне оно не понравилось, но буду стирать то, что без пятен. У меня оно не отстирывает. Я постирала штаны ребенка, на них, кстати, с вами в следующем видео и проверим этот пятновыводитель. Штаны ребенка зимние такие, да, сверху они такие как баллоневые получаются, да, гладенькие. И вот они внизу от грязи, так как дорога сейчас мешанина по большей части, они немножко запачкались, и жидкое средство для стирки Гринли не справилось с этой задачей. То есть там остались разводы пятна, в принципе, как и были. Вот, так что попробуем, найдем еще что-нибудь с пятнами и попробуем, как справляется этот пятновыводитель. Артикул его 119.84. Мне только двое написали в комментариях, что он вообще никакой и ничего не делает. Здесь, кстати, ложечка в комплекте, это очень хорошо. На ней написано Фаберлик. Вот здесь на ручке. Он никак не пахнет. Вообще не чувствую ничего. Нету отдушки. Классно, что, здорово. У меня теперь ложка не влезает. Я люблю такие баночки. Я потом, когда порошки покупаю, в такие баночки пересыпаю. Ложечка заодно здесь уже есть в комплекте. Это на самом деле удобно. Ну что, пятновыводитель максимально эффективен в любой жесткости. В воде любой жесткости. Нет одушек, да, нет фосфата, хлора, консервантов, красителей. Здесь, скорее всего, есть оптический отбеливатель, я так подозреваю. Ну, посмотрим. 25 стирок. Будем пробовать с вами в следующем ролике. Так, в комплект к нему взяла... Стиральный порошок Гринли на этот раз. В прошлый раз у меня был классический серий Дом Фаберлик Горная свежесть. В этот раз, думаю, пусть посмотрим, как сработает серия Гринли. Посмотрим. Очень интересно. Я уже брала такой порошок. Мне нравится. Он очень хорошо отстирывает. Видео про порошки, кто не видел, будет ссылка под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите. Мы там с вами сравнивали Гринли с нашим обычным классическим серии Дом Фаберлик. И там с Тайдом и еще с чем-то. Вот. Здесь у нас вот такой вот пакетик. Тоже на 26 стирок. Вот этой штукой я никогда не пользуюсь, это неудобно для меня, потому что и порошки Гринли я тоже пересыпаю в баночку из-под пятновыводителя. Так удобнее. И там у меня ложечка сразу лежит, я пересыпаю, все сразу не влезает, но часть пересыпала, потом остальную часть, когда подизрасходовался, тоже пересыпала. И ложкой обычной дозирую. Вот эту я вещь не люблю, девочки. Так, поехали дальше. Все теперь в порошки и в коктейли. Взяла новинку этого каталога, вот такую вот маску для блондированных волос, для нейтрализации желтизны. Комплекс Care Store 2.0 и сапфировая пудра. Маска для нейтрализации желтизны. Артикул 27.12. Я видела обзор уже на эту масочку. И она, кстати, заслюдированная. Она такая ярко-сиреневая. Синяя даже вроде. Сейчас посмотрим. И мне кажется, в принципе, даже мои волосы, хотя вам вот при искусственном освещении, сейчас камера делает их немножко потемнее, хотя солнышко светит, видите, даже на моих волосах она должна нейтрализовать желтизну. Ну, по крайней мере, маски от Estée Lauder, Prestige, мне очень нравятся, маски тонирующие тоже нейтрализуют круто. Они убирают на моих волосах, вот сейчас, который тон, да, желтизну. Посмотрим, вот насколько справится эта масочка. Если справится, то будет на самом деле круто. Так, что она у нас? Она у нас синяя, да, не сиреневая, девчонки, синяя на самом деле. Такая ярко-ярко-синяя. Вот она как выглядит. Запах пока никакой не чувствую. Когда будем применять, посмотрим. Я такие маски держу на волосах долго, 20 и больше минут. Но здесь и написано по инструкции 10-20 минут в зависимости от желаемого оттенка. Потом тщательно смыть водой. В общем, в следующем видео тоже будем с вами ее тестировать. Нанесем, посмотрим, как нейтрализует.
Так, что дальше? Взяла вот такой кондиционер, потому что он был по акции. Органа моя, к сожалению, в этом каталоге не по акции, будет в следующем. Запасемся. Это у нас дыхание Прованса 118,52. Артикул на маску я вам не сказала, девчонки, 27,12. Дыхание Прованса 100 лет не брала. Ну, нормально. С органой, конечно, не сравнится, но нормально. От белья пахнуть будет и хорошо. Я люблю, когда пахнет ярко выраженный аромат. Лаванду чувствую здесь прям. Лавандовое масло эфирное чувствую. И еще какие-то цветочки. Нормально, ладно. Органы в следующий раз. Вот такой вот кондиционер. Они мне нравятся. Не сказать, что прям супер-пупер делают белье мягкими. Гораздо более мягким делает белье из старой линейки. Он, кстати, в этом каталоге тоже был. Розовенький такой. Но там такая деликатная душка, которая потом не чувствуется на белье. Я люблю, чтобы пахло. Поэтому вот так. Еще чувствую пока. Акватический спрей. Так, взяла дочери из линейки Faberlic Baby. Наверное, вам плохо видно. У меня тут сегодня солнечный день. Такой, солнце светит прям в окно, бьет в глаз. Гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Мне очень нравится эта линейка Faberlic. Она достойнейшая просто. Она не вызывает никаких аллергий. Гипоаллергенная. С экстрактом череды алоэ вера. Идеально подходит для интимной гигиены малыша. Мягкая PH формула. 190 миллилитров, артикул 1644. Очень много раз уже брала. Нравится, нравится, нравится. Это такой, знаете, прозрачный. Да, совсем. Подожди, какой прозрачный? Что я хорошо? Прозрачный с желтоватым оттенком. Это комплекс для купания. Здесь запах чистоты у этой линейки, у крема, у средств для подмывания, для купания одинаковый. Мне очень нравится он. Вот этот запах вот чистоты. Чистоты и малыша. Классный запах. 0+, кстати, Эксперт Фарма. Знаете, как аптечные продукты. Гель белесый такой. Непрозрачный, белесый гель. И очень густой. То есть расход у него должен быть минимальный. Но у меня так ребенок не умеет. Но если да, тогда минимального расхода не бывает. Так, дальше, девчонки, взяла дейзики 2 штучки. И старой версии. Я крем не стала брать, потому что мне как-то вот эти ходушка больше нравится. Ну, не знаю почему. 48 часов розовый. Это у нас чистота лотоса. Вот так он выглядит. Была акция при покупке 2 и есть в этом каталоге, да? 22,44 артикул. Они приходят запечатанные. Здесь вот такая штучка наклеена, да? Розовенький, вкусненько пахнет очень. Мне нравится, как пахнет зеленый еще. Вкусненько. Тоже такой чистотой. И сиреневый взяла. На нем уже написано 24 часа защиты. Не знаю, чем они отличаются. Почему тот 48, этот 24, да? Хороший вопрос. У него артикул 23,53. Но они все 24. 48 они не защищают однозначно. Но меня устраивает все. Сиреневый тоже хорошо пахнет. Здорово. Он у нас для чувствительной кожи. Комфорт льна. Поэтому, наверное, здесь как-то поменьше агрессивных ингредиентов, да, раз для чувствительной кожи. Поэтому 24 часа только защита. А в этих дезиках нет спирта. Это очень ценно. Вообще от всего, что содержит спирт, сейчас стараюсь отходить. Я еще чувствую немножко в воздухе акватический, но уже прям вот еле уловимый отголосок. Давайте тестировать второй. Опять акватический. Цитрусовый. На этот раз цитрусовый. Артикул его 109,03. Чпок. Ну, давай. Акватический лучше берите, девчонки. Цитрусовый пахнет так же, как средство для мытья полов, да, из серии Гринли. Ну, вернее, универсальное биосредство, да, которое у нас. И так же, как средство для мытья посуды цитрусовое. И так же, как жидкое средство для стирки. Абсолютно так же. Мне не очень, мне не нравится. Я здесь чувствую отдушку, отголосок эфирных масел каких-то цитрусовых, да? Ну, в общем, они одинаково все пахнут, вот эти вот средства, которые я вам перечислила. Ну, прям вот очень похоже на универсальное биосредство Гринли, да, которым полы мываем. Нет, акватический лучше однозначно. И вообще ароматы в серии Дом Фаберлик интереснее, на самом деле, чем вот эти. Но акватический классный. Классный, прям классный. Мне понравился, с удовольствием его буду распылять. Интересный аромат, очень интересный. Я такие люблю. А вот этот нет. Как средство для мытья посуды. Если брали такой цитрус, вот один в один пахнет. И он практически моментально испаряется. Он не такой, как акватический, стойкий. Нет, мне не нравится. Где-нибудь надо дораспылять. Не очень как-то. Быстро пропадает аромат, правда, девчонки? Очень быстро. Гораздо быстрее, чем освежители серии Dom Faberlic. Очень быстро. Вот распшикала, все, я его больше не чувствую. Акватический хоть какое-то время держался, этот я больше не чувствую. Так что вот так. Надо оно вам или нет, решайте сами. Поехали дальше. Целых 4 продукта
Серэксперт Фарма, это у нас космецевтика, да, лечебная косметика, так скажем. Это новиночка, девчонки. Это очищающий гель для интимной гигиены. Он прозрачный уже, если предыдущее у нас средство, оно такое белесое, да, этот прозрачный. И здесь у нас что добавили? Иланг-иланг и гиалуроновую кислоту, молочную кислоту. Молочная кислота, по-моему, в старом была, да? Гипоаллергена. Артикул 2657, 200 мл также. Очень интересно. Гиалуронку увлажняет, то есть вот от пересушивания, потому что, допустим, мусс из этой линейки мне пересушивал. Средство нормально, а мусс пересушивал. И хорошо, что добавили гиалуронку. Увлажняет, улучшает тонус, эластичность. Эластичность в том месте нам очень нужна. Молочная кислота поддерживает микрофлору. Это хорошо. Так, и что? А иланг-иланг что делать нам будет? Для нейтрализации, наверное, неприятных запахов, я так подозреваю. Да? Цветочный аромат. Занюхаем. Ага, приятненький. На спрей акватический похож. Цветочки, зелень, весенние цветочки, да, больше зелени в этом аромате для меня. Но мы все по-разному воспринимаем ароматы. Для меня здесь больше зелени, приятный аромат, нравится, нравится, но он чуть-чуть посильнее, нежели в классическом вот таком средстве, но послабее, чем в луднике, потому что луника прямо, не знаю, с ног сшибает меня, я не хочу даже ее брать, все время к вот этим средствам возвращаюсь. Так что посмотрим, проверим. Я думаю, не должно сушить, думаю, все будет нормально. Взяла винотоник, одну себе баночку. Пока в запас. Артикул 1733 устраняет чувство усталости и тяжести в ногах. Действительно, да, здесь легкий охлаждающий эффект. Приходит у нас все запечатано. Вот тут надо расковыривать и смотреть. Такой светлый полупрозрачный гель с зелененьким оттенком. Вот с таким, видите? Мне очень нравится на самом деле. Из всего, что я перепробовала, много-много всего, мне нравится. Усталость снимает с ножек хорошо, вечером прям намазать, если еще на стену ноги задрать, так немножко полежать. Вообще, говорят, так надо каждый день делать для улучшения микроциркуляции, для сердца, для мозга. Это полезно для всего. Я стараюсь делать так каждый день. Намазала и все. Охлаждение минутки две, не больше от него, но усталость снимает хорошо. То есть ножкам сразу становится легче, прям вот здорово. То есть именно охлаждающего суперэффекта от него не ждите. Но усталость он вам снимет. Дальше. Ну, конечно же, бальзам для стоп, гладкие пяточки. Аж две штуки я взяла себе в запас, потому что акция. Артикул 1661. Здесь 30% глицерина. Он очень круто увлажняет сухую кожу стоп и сухую кожу рук. Применяю как ночной крем для рук. Обильно смазываю прям кутикулу, втираю, потому что она у меня жутко сухая. Но сейчас у нас теперь есть карандаш. У меня, кстати, есть в этом заказе еще один. Я себе взяла в запас. Даже вот гладкие пяточки уже реже на руки применяю с этим карандашом, потому что он круто увлажняет кутикулу. И для ножек вообще это просто находка, девчонки, просто находка. У кого сухие стопы, у кого есть мозоли на топтыше, вот этим кремом на постоянной основе, если пользоваться будете, то потом процедура педикюра, да, с пилочкой вот эту, отшлифовывать всю эту кожу, превратиться просто в радость, будет происходить легче, и пяточки ваши всегда будут розовыми. Поэтому я рекомендую. Все девчонки, кто попробовал, остались довольны. Вот такие две малышки отправляются в запас. Так, дальше. Одна коробка, все. Следующая коробка – еда. Мы с вами сейчас попробуем кетчуп. Два разных. Еще я взяла, девчонки, пасту с томатами и овощами. Я ее не брала ни разу. Пока никакие новинки больше не брала. Вот эту пасту хочу попробовать ее приготовить. Бета-каротин, селена, пищевые волокна, 25 минут. Да, можно мяско сюда добавить к ней, и будет очень-очень хорошо. Состав паста. Мне понравилось, знаете, что паста вот такая вот кругленькая. Да, это же прикольно, такие белки, круглые макароны. Кажется, что это крупа, но это, грубо говоря, макароны. А, паста, мука грубого помола из твердых сортов пшеницы, вода, овощи и зелень, сушеные томаты, морковь, лук, репчатый, паприка, чеснок, базилик. Все, что я люблю. Бамбуковая клетчатка, кардамон молотый, может содержать глютен и следы сельдерей и соли, и сои. Без соли, без усилителей вкуса, без ГМО, без ароматизаторов, только натуральные компоненты. Очень классный тоже состав, много витаминчиков. Артикул 160-17. В следующем видео тоже приготовим с вами, я покажу, как это все дело будет выглядеть и вкусно оно вообще или нет. Цены хорошие на нечаев бывают, знаете, когда уже замучилась вот так вот что-то готовить, придумывать, думать. А я не люблю, допустим, вот на второй день. Ну и семью так не кормлю. Есть что-то вчерашнее. Я всегда готовлю ужин на один раз. То есть и не повторяясь, да? И тут фантазия нужна. И время, и силы, и желание. А тут взял вот такой вот пакетик. Вот он. И приготовил. Добавил мяско или котлеточек обжарил. И кушай себе, пожалуйста, на здоровье. Суп мне тоже понравилось варить. Я, может, в следующем заказе наберу. Я буду еще в этом каталоге, девчонки, делать заказ. Обязательно. И возьму чего-нибудь еще себе. Что-то я маловато взяла. Давайте кетчуп попробовать. Я прям этой ложкой запаслась, такая пришла, чтобы
Из пачки не высасывать, да? Неэстетично. Начнем с классического. Я слышала, он очень вкусный, похож на Хайнц. Из помидоров черри. Вообще, это классно, что из помидоров черри, значит, он должен меньше кислить. А почему такая задумка? Помидоры черри меньше кислят, и в состав уже у нас сахар не входит. Здесь нет сахара. Здесь, скорее всего, сахарозаменитель. Вода питьевая, томатная паста, подсластитель растительного происхождения, эритрит. Вот какой. Пищевая соль с пониженным содержанием натрия, пищевые волокна, ароматизатор. Порошок сухого томата, специи, орегано, петрушка, мускатный орех, перец черный, молотый, красный, молотый, куркума, красители, лимонная кислота, консервант, сорбиновая кислота. Ну что, давайте пробовать. Значит, классический кетчуп, здесь 280 грамм, у нас в артикуле, где хочешь, Света, там смотри. А, вот на дне, 160-50. Чпоньк. Достаточно густой такой, в принципе, как все кетчупы. Да? Без всяких краплений. Ой, она бабахала. Ой, она бабахала. Знаете, девчонки, какой вкус? Как кетчуп из детства. Вот я почему-то помню, что раньше был кетчуп вкуснее. Я давно такой не могла. Это вкуснее Хайнц. Серьезно, это вкуснее Хайнц. И в первое блюдо можно добавить. Ой, как вкусно, девчонки. Как давно я искала такой кетчуп. Я помню, в детстве родители макароны обжаривали, потом нам кетчупом поливали. Ну, сначала отваривали, потом обжаривали с корочкой. Вот я прям, у меня такое воспоминание яркое с детства. А потом с кетчупом. И кетчуп был настолько вкусный, что тарелки аж вылизывали. Я такого не встречала давно. Это очень вкусный кетчуп. Я прям рекомендую, девчонки. Вообще класс. Потрясающе. Здесь чувствую томаты. Слегка-слегка отголосочек базилика. Он сладкий. Он соленый, он все вот как положено. Подсластители здесь прям хорошо. Он сладкий, он вкусный. Отголосочек, чего я чувствую-то? Базилика. Слегка. Прям вот слегка-слегка. Кто не знает, тот и не почувствует, не поймет. Рекомендую, девчонки, вот этот кетчуп. Прям вот вообще, вообще класс. 160-50. Вкуснотень. Так, следующий, дорогой, у нас шашлычный. Я вообще, в принципе, шашлычный не люблю. Магазинный. Сейчас это попробую. Так, ну здесь у нас все то же самое. Он, кстати, низкокалорийный за счет того, что здесь не сахар, а подсластитель. 35 калорий, килокалорий на 100 грамм. Такой в магазине не найдешь. Тоже из помидоров черри. Чем они отличаются? Паприка, овощи сушеные, чеснок, лук, укроп, петрушка. Здесь побольше трав. Орегано, петрушка, мускатный орех, перец черный молотый, перец красный молотый, куркума. Здесь побольше просто специй. А так, в принципе, все то же самое. Артикул его 160-51. Давайте пробовать скорей. Здесь уже прям, ну, частички. Частички видны. Вам не очень, наверное, видно. Я сейчас капну. Такие черненькие. И серенькие, и беженькие. Ну, в общем, тут уже частички. И он, если тот прям такой красный, насыщенный, этот какой-то такой коричневатый кетчуп, да? Такой вот. Блин, тоже вкусный. Представляете? Я теперь только Фаберлик беру кетчуп однозначно. Хорошо чувствуется чеснок. Много чеснока. Орегано. Он тоже сладкий. Прям насыщенно сладкий. На первое место выходит чеснок. Он тоже очень вкусный. Фаберлик молодцы вообще. Тоже очень вкусно, девчонки. Но если вы любите поменьше специй, то берите классический. Вообще, берите два. И пробуйте. Мне понравились оба прям безумно. Как кушать-то захотелось. Что-нибудь с кетчупом. Ладно, поехали дальше. Я взяла второй раз вот этот вот карандашик. Он для обработки кутикул. Он крутой. Я вам уже показывала в обзоре прошлого заказа. Артикул 7755. И он очень круто увлажняет кутикулу. Прям красота неимоверная. Пост в Инстаграм на него писала уже тоже. Сейчас наклеечку отклею, покажу. У него скошенный такой носик, очень удобно промазывать все такие, знаете, труднодоступные места. Прям вот даже вот сюда вот подлазить хорошо, прям везде-везде-везде, под ноготком увлажнить. В общем, здорово. Вот так. Кто-то мне из девочек, видите, скошенный конец, писал, что пришел сухой. Девчонки, ну когда он только пришел, и вы начинаете его наносить, мало очень вытекает. Я его храню. Как? Вот так я его храню. Он у меня стоит на столике вот так, колпачком вниз. И когда я хочу обработать, у меня уже сам стержень вот этот, он уже пропитан хорошо. Все туда стекло уже. Все изумительно. И прекрасно. И все можно обрабатывать. Поэтому, скорее всего, ну, вы просто его не раскрасили, или как сказать. В общем, дайте ему постоять в таком положении. Все, увлеклась.
в таком вот положении ему постоять, чтобы стержень пропитался, и тогда все будет хорошо. Дальше. Взяла пенку ICL, все-таки спрашивала у вас совет, какую пенку взять. Девчонки писали про пенку Реноваш, что ломается дозатор, у кого-то сразу, у кого-то через какое-то время. Быстро очень это неудобно. И вроде про Гардерику. Гардерику такого не писали, да? Что ломается быстро дозатор. Но все-таки я подумала, решила, что возьму я своей соседке корейскую вот эту пенку, потому что, в принципе, линейка хорошая для ее возрастной сухой кожи. Мне кажется, очень подойдет, она будет прям рада. Артикул 0850, здесь 150 мл. Я пенкой из этой серии сама не пользовалась. Может, когда-нибудь руки дойдут до нее. У меня есть гидрофильное масло, сейчас добиваю в коем-то веке. И я гель алоэ у меня, ну, кушон, само собой. Что я еще брала из этой серии? Что-то еще брала, не помню, девчонки. В общем, пенку не брала. Вот как она выглядит, прозрачный флакон, желтоватая жидкость. Дозатор такой мощный, черный. Пахнет вкусно. Так практически все продукты в этой серии пахнут. Такой большой дозатор. Ух! Да, можно сюда переливать потом какие-то пенки и пользоваться. Все откручивается, как бы все хорошо. Потом спрошу, как сработал этот продукт на ее коже, понравилось ли нет. Вам обязательно в обзоре заказов расскажу. Очень много вопросов опять девчонки в личку, которые я практически всегда дублирую в обзоре заказов, в обзоре каталога. Да? То есть, когда мы вместе с вами за день или за два до начала нового каталога листаем каталог, я там многие вопросы дублирую, советы по уходу, ваши вопросы в личку. Я не могу отвечать каждому, я хочу, но не могу чисто физически. У меня семья, дом, дети, школа, все как бы, ну, где взять столько времени, да? Поэтому, вот, пожалуйста, не поленитесь, если у вас есть какие-то вопросы по уходу за кожей, посмотрите обзор каталога. Там очень много полезных советов. Мы с вами не только планируем там покупки, но и общаемся на тему ухода за кожей, за телом, за лицом. У меня два каталога. Спасибо компании Фаберлик. И последняя новиночка, девчонки. Это новая тушь. Как я ее ждала. Мне уже краситься нечем. Так, артикул 5722. Сейчас мы ее с вами подробно вблизи рассмотрим. Мне кажется, она должна быть крутой. Тушь с ухаживающими компонентами у нас она. Long and Strong. Так, сейчас, one moment. Ничего тут больше про нее не пишут в каталоге. На сайте можно почитать. Я просто помню, что она с ухаживающими компонентами. И это здорово. Вот так выглядит сам флакон. Черный, да. Черный с такими полосочками серыми на корпусе. Даже что-то написано. По-английски. I'm not perfect, but not my lasher air. Я не все слова знаю, как перевести, поэтому не буду врать. Такая маленькая кисточка. Я же прям залипла. Она короткая. По сравнению с другими всеми кистями. Есть отушечка небольшая. По сравнению со всеми остальными кистями Faberlic, она какая-то короткая, маленькая. И здесь девчонки писали, там аккуратнее, щетинки в виде иголочек. Да, я знаю. Я смотрела обзор тоже, я знаю, что в виде иголочек. В следующем видео тоже с вами реснички накрасим, прям посмотрим, сравним. Сейчас покажу вам ее поближе. Вот как выглядит сам флакончик туши, да? Вот надпись здесь. И они вот эти полоски, они как выбиты, то есть она такая шершавая. Вот, смотрите, кисточка. Тушь уйди. Фокус приди. Не хочет смотреть, что творит. Фокус. Блин, как неудобно. Одной рукой сейчас обфоршмачусь. Во. Вот, видите, какая? Она коротенькая. Допустим, она короче точно, чем в Miss Curl, чем в Glam Team, в малиновой туши. Она короче. Вот. Как выглядит, да? Но они такие, да, иголочки. Причем коротенькие. А тушь у нас направлена с вами на удлинение. Ну, я думаю, за счет геля в составе она должна удлинять. В общем, такая интересная, да, щетка? Я люблю силиконовые. Будем пробовать с вами. Будем вместе пробовать, смотреть, что да как. Ну и два каталога. Щедрость Faberlic не знает границ. Спасибо, спасибо. Я уже, кстати, в интернете полистала этот каталог. Каталог нереально крутой. И ура! Возвращается акция с 1000 рублей в подарок. Девчонки, это круто. Это на самом деле круто. Так что, если вы еще не зарегистрированы в Faberlic, хотите покупать со скидкой, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я вам помогу, все объясню, все расскажу, всему научу. Отвечу на любые ваши вопросы. Вот. Акция крутая будет, вообще супер. 1000 рублей в подарок.
Ну вот и все, мои красотки. На этом видео буду заканчивать. Если было оно вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео будем с вами все тестировать. Особенно новиночки, как следует. Так, пройдемся по ним. Всех люблю, целую. Всем весеннего настроения. Пока-пока.